хотим мирного неба над головой. Мы хотим больше бюджетных мест в вузах. Мы верим в справедливость на планете. Мы хотим жить в правовом государстве. Мы хотим процветания России. Молодое поколение покажет прогресс, ведь каждый голос имеет свой вес. Мы граждане Российской Федерации, широкие права нам даны. Мы представители величайшей нации, мы патриоты своей родной страны. На все вопросы ответ один, твоя судьба, твой голос, гражданин. Если желаешь России счастья, выбор должен принять участие. Этот всероссийский праздник призван подчеркнуть ту особую роль, которую играет молодое поколение в судьбе своей страны. Ведь участие молодых избирателей в выборах – это их вклад в развитие нашего государства. Председатель Матвеева Курганской территориальной избирательной комиссии Ольга Галиченко поздравила ребят с Днем молодого избирателя и призвала быть в будущем активными гражданами своей страны. И вот самое главное, всем желаю вам здоровья, любить нашу Родину. То, о чем сейчас ребята нам только что рассказали. Вы видите, в какое мы сложное и простое время живем. Вашему вот поколению оно вот сейчас как бы и проявится ваше даже самое лучшее качество. Потому что в такое сложное, трудное время мы все понимаем, что Россия для нас одна, что это наша великая Родина. А продолжать ее дело – это будете вы, наши молодые, юные избиратели. Вам хороших успехов в учебе, самое главное – получить прекрасные знания. В следующем году вам предстоят выпускные экзамены, определиться с профессией. И на наших избирательных участках мы с удовольствием видим наших молодых, юных избирателей. У нас их работает немало. Поэтому мы вас всегда ждем, всегда мы вам рады. В игре приняли участие старшеклассники общеобразовательных учреждений райцентра. Будущие избиратели в ходе игры успешно справились с заданиями, проявив смекалку и хорошее знание по избирательному праву. Вопросы для игры были подобраны таким образом, чтобы ребята могли высказать свое мнение, рассуждать, дискутировать, обозначать свою гражданскую позицию. В заключение состоялось награждение. Всем участникам интеллектуальной игры вручены призы и благодарственные письма.